acquiring transaction is processing. Это очень доставляет большие неудобства, проблемы. То есть банально пойти купить продуктов в магазин, там, снять наличные, пойти на рынок, оплатить проживание где-то в отеле, вилле, там, гестхаусе, неважно. Ну, то есть остались абсолютно, так скажем, отрезаны от своих финансов. Они как просто заморожены, и мы не можем ими воспользоваться здесь. Да, я слушал то, что мои друзья столкнулись с этой же финансовой проблемой, но вы знаете, как мы русские, ну вот с моими российские друзья, мы друг другу помогаем. У меня, допустим, закрылась карта, мне местные ребята, у которых уже была карта, помогли мне снять деньги. То есть я со своего банка отправил к ним в банк, в местный, они мне сняли. Мы друг другу помогаем, так что я думаю, все русские, кто сталкивается, ну, мы все друг другу всегда помогаем, так что мы едины, у нас все хорошо. Beberapa transaksi dari tamu Rusia, memang beberapa terakhir ini memang sedikit ada perubahan, di mana jumlah tamu memang sedikit agak menurun. Tapi kita belum bisa ngasih informasi, asumsinya mungkin ada beberapa efek dari imbas isu ini dan ada beberapa efek dari terblokirnya beberapa kartu card dari tamu Rusia. Мы абсолютно все русские люди, обычные русские люди, очень расстроены данным событием, данной войной, и она абсолютно никому не нужна, ни нашей стороне, ни со стороны граждан Украины. Никто этой войны не хотел. Мы очень об этом беспокоимся, и война никому не нужна, всем миру.